Всем привет! Друзья, буквально 5 минут назад мы узнали, что на 84-м году ушел из жизни советский российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Виталий Дроздов. Он родился 13 июня 1939 года в Хабаровском крае, окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. С 81 года член Союза художников СССР. Среди его известных произведений «Мама. Портрет реквием», «Сосед моего детства», «Брат. После ночного дежурства», «Дом ребенка. Тихий час», «В день победы» и много других. Произведения Виталия Дроздова представлены в музеях, частных коллекциях и галереях России и за рубежом. С 81 года по 83 года председатель Хабаровского отделения Союза художников СССР. С 98 года по 2014 года секретарь Союза художников России. В 2012 году Виталий Дроздов был избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.